Всем привет, с вами канал Art Mania. И сегодня я буду проводить дезинфекцию влажных салфеток вот таких. Я их буду сейчас промывать немножечко. И потом они у меня будут лежать, заливать, вернее, туда в них воду со спиртом, то есть с водкой. Чтобы на улице потом ребенку или себе протереть ручки. И знать 100%, что микробы убились, и покушать мороженку или кафе. Вот в кафе я всегда такие вот беру. Как я все это делаю, есть ролик на канале. Внизу я постараюсь оставить ссылочку на него. Вот. У меня уже там налита водичка. Вот здесь мы берем водки, где-то вот столько хватит, и ее туда выливаем. Вот так. Все. И туда мы опускаем влажные салфетки. Мы их так открываем. И туда опускаем. После этого резиночка будет работать. Не переживайте. Вот постараемся сюда залить как можно побольше. Набралось. Ой, набралось. Выкладываем их, закрываем и пускай они настоятся. Так проводим со всеми. Тут у меня большая. Здесь, смотрите, у меня есть наклейка. Как я их отличаю? Тут есть наклейка, такие наклеечки. Дают в магните, вот везде. Я их наклеиваю и знаю, если у меня такая наклейка, значит у меня салфетки проспиртованные. То есть все в порядке. Это уже проспиртованные, но эта пачка уже очень старая. И я решила снова ее проспиртовать. Ее можно взять. Ну, обычно такие большие мы берем куда-нибудь. Как ее? На набережную там, короче. Вот здесь больше всего, наверное, воды сейчас зальется. И потом мы просто эту воду немножечко отожмем. Чуточку совсем. Я люблю, когда они прям мокрые такие. Не вот прям текет, но мокрые. Вот, и аккуратно ее поднимаем. И закрываем. Так можно оставить на несколько часов. И то же самое я все проделала с остальными. Здесь у меня всего две осталось. Вот. Можно докупить еще пару штук. Обычно я сразу делаю много, докупаю много штук. Но сегодня у меня вот всего лишь немножко. Давай лошадку покажем. Дима слез у нас. Давай покажем. Тут сидушка, она прям мягкая такая вот. Мягкая. Тут все. Ну, не настолько, конечно. Уже обратно лезешь, да? Вот они, эти штучки, держалка. Не знаю, но они, по-моему, не снимаются особо. Нарядная такая лошадка. Все как. Нет, она не снимает. А хотя. Хотя нет, вот есть тут. Штучки, наверное, все полностью. А, ну это все полностью, наверное, снимается, да. Тут вот можно просто держать. За эту штучку, вот когда он уже вырастет, будет тут скакать. Вот. Ну, непонятно, где меняется батарейка. Если это музыка, ну вроде похоже, что на музыку. И чувствуется, что там в ушах что-то есть. Да. И пишите в комментариях, у кого такая же. И где меняется батарейка. Тут этикеточка. Да, хвостик какой. Ба, какой у меня хвостик. Слежался. Хвостик, да? Чего ты? Чего ты, меня прогоняешь, что ли? Что, ты хочешь залезть теперь? Ну. Давай залазим. Ножка. А куда ты эту ногу-то кладешь? Другой ногой залазит, Дим. Кроватки ее пододвинь. Да-да-да, вот этой ножкой. Кроватки пододвинь, с одной стороны хоть держаться будешь. Ну, давай, двигай ее. Кроватки пододвинь, лошадку. Куда ты пошел? Куда ты пошел, ты что-то не пойму. Ага, ты кровать держишь, что ли? Вот, держись за кровать, Дима. За кровать держись, да.
Не той ногой, другой ногой. Правой ногой давай, правой. Да-да-да-да-да, этой. За кровать держись и перешагивай. За кровать держись и перешагивай. Ногу подымай правую. Правую ногу подымай. Еще не поймет пока, как залазить. Ладно. Ты уж прям везде пытаешься за нее залезть. И сзади, и сбоку, и с другой. Еще не хватало только спереди, когда ты в нее полезешь, да? Сына. Вот она как двигается, да? Так, ну вот наша вазочка закипела. Смотрите, варим мы вот такую вот вермишельку. Купила сегодня в фикс прайсе за 27 рублей. Вот, варить здесь 10 минут. Наконец-то я нашла. Чего-то там еще 8. Давайте ее откроем. А, нет, здесь просто вермишель. Мне почему-то казалось, что там может быть томатная паста еще какая-нибудь. Но нет. Здесь просто вот она вермишелька. Такая довольно... Довольно качественная, кстати, симпатичная. Вот, буду высыпать сейчас. Это будет очень весело, если там сейчас какой-нибудь мешочек еще сломится. Опа. Все. Ничего больше нету. Берем нашу ложку и сразу перемешиваем. Сейчас она быстро закипит. Так, и засекаем 10 минут. Потом я покажу, какая она получилась. Кстати, довольно, по-моему, много. Я что-то думала, такая маленькая коробочка, мне казалось, там гораздо меньше. Сейчас она быстро закипит. Ну вот, наконец-то мы ее сварили. Тут получилось довольно много. Чуть-чуть даже мы ее, честно говоря, переварили, но, может быть, это и к лучшему. Дима там у нас на заднем фоне скачет. О, тут даже прям много получилось. Чуть себе. Я думала, тут получится одному ребенку. Коробочка маленькая. Дима. Снимай. Вот и ребенок. Немножко. Смотрите, какие они стали красивые. Сейчас приближу. Какие? Похоже на каких-то маленьких гусеничек. Да? Да. Это пока там. Переложу потом. Так, ну все. Вермишелька у нас уже остыла. Да, да. Но все равно дуй. Все равно дуй, Дима. Да. А я себе сделала вот так вот. Добавила туда зелени. Упала? Она у тебя падает, что ли, будет? Ой. Ты ее, надеюсь... Дима, жуй ее. Ты что, ее глотаешь, что ли? А ты ее глотаешь, Дим. Короче, у меня компьютер чуть не перегрелся вчера. Чуть не сломался. А, поскольку мне надо зайти все-таки и выложить пару видео, я теперь сделала вот так вот. Так у меня вентилятор. Его обдувает, но что-то у меня экран черный. Не включается. Сегодня он уже включался, вчера у меня вырубился, но я его смогла включить. Хорошо, прямо вчера все данные, все, короче, перебросил на внешний жесткий диск. И буквально после этого, минут через 20, он у меня вырубился прям вообще вовремя просто.
Вот, там много очень видео, очень много всего. Вот, но должны мне привезти скоро новый. Вот, надеюсь, после выходных уже у меня будет новый системник, и все будет хорошо.